По одной из легенд, полярные сияния возникают от того, что свет звезд отражается от щитов Валькирии. Эх, посмотреть бы на этих женщин. Да пожалуйста, наши классные руководители выпускников, чем не Валькирии? Надо защитить своих подопечных, будут воинственными валькириями. Надо успокоить учеников, превратятся в добрых и нежных. Так валькирии все-таки воинственные или нежные? Они разные, они настоящие женщины. Напутственные слова от классных руководителей Елены Альбертовны Антоновой, Натальи Владимировны Ефановой, Татьяны Станиславовны Комаровой. Аплодисменты должны быть бурными. Ну что, выдохнули? Успокоились? Начали. Вот позади года вашей учебы. И первый взлет, и первое падение. И в этот день нам бы хотелось, чтобы запомнили вы каждое мгновение, пока вы вместе, класс еще рядом, а впереди далекий, трудный путь. Но есть возможность добрым, нежным взглядом друг друга одарить за что-нибудь. И в этот день пусть с вами вновь проносится мгновение первой встречи. И первый друг, и первая любовь. Все вспомнится в прощальный этот вечер. Мы вам желаем счастья и удач. Поменьше неудач, конечно, слез. И в наш нелегкий век пусть будет больше у вас терпения. Ведь знаем мы, что это лучшее для каждого из вас учение. Прозвенели, пролетели ваши школьные деньки. Оглянуться не успели, вы уже выпускники. Пробил час, пора настала достигать больших побед. Предстоит дорог немало, пусть горит зеленый свет. Всем удачи и терпенья, высших баллов, всем ура! Счастье бьет, долой сомненья всем! Ни пуха, ни пера! Кстати, я знаю, что полярное сияние может быть вызвано заряженными частицами солнечного ветра, попадающими в ионосферу. Ой, что это? Кажется, солнечный ветер подул в нашу сторону. Встречайте, родители наших выпускников, вам слово. Дорогие лицеисты, педагоги, гости нашего замечательного праздника. Совсем скоро наступит такой долгожданный и трогательный момент. Прозвенит последний звонок. Нам кажется, это будет очень радостная, но одновременно немного грустная минута, которая запомнится на всю жизнь. Дорогие выпускники, дорогие наши повзрослевшие дети, вы стоите на пороге нового этапа в своей жизни. Надеемся, что воспоминания о годах, проведенных в лицее, согреют ваше сердце и вызовут улыбку. С благодарностью вспоминайте тех,
кто столько лет делился с вами знаниями и душой. Пусть будущая жизнь радует и вас, и нас достижениями, свершениями, личностным развитием, новыми познаниями. Стремитесь, достигайте, покоряйте новые горизонты. Мы искренне желаем каждому из вас поступить в тот вуз, о котором вы мечтаете, получить ту профессию, о которой грезите. Пусть все складывается гладко в вашей жизни. Уверенности вам, удачи и будьте счастливы. Уважаемые учителя, спасибо за то, что дали нашим детям билет в жизнь, что терпели их выходки, но упорно продолжали вкладывать кусочек своей души. Только мы, родители, знаем, как непросто вам было. Низкий вам поклон. От имени всех родителей выпускников мы хотим сделать лицею подарок и вручить его директору лицея-интерната Наталье Модестовне Шутовой. Прошу вас. Также хотим поздравить Наталью Модестовну с днем рождения и пожелать талантливых учеников и творческих успехов. А сейчас мы хотим пригласить на сцену вторых мам наших детей, классных руководителей, Елену Альбертовну, Наталью Владимировну, Татьяну Станиславовну. Дорогие педагоги и сотрудники лицея, примите и вы от нас в знак признательности эти скромные цветы. Спасибо за наших детей. Жизнь пролетит, не успеешь оглянуться. Она словно пуля, главное не промахнуться. Про первую любовь ты будешь вспоминать с улыбкой, как про ту сказку с золотой рыбкой. Не пытайся заставить себя полюбить. В этом нет смысла, это нужно отпустить. И не стоит копаться в своих страданиях. Когда будешь участвовать в соревнованиях, будь первым, стремись к невозможному. По жизненному пути ветвистому и сложному иди уверенно. Не бойся ошибаться, не бойся чего-то не знать, за что-то новое браться. Не бойся жить, не бойся задавать вопросы. Бери от жизни все. Увеличивай запросы. В трудную минуту не бойся просить о помощи. Плыви, твоя лодка не должна быть тонущей. Живи, пока играет музыка, танцуй. Свободной птицей по миру лети. И даже если не всегда везет. Нам взрослым всегда чего-то не хватает. Плохо, что снег, плохо, что он тает. Плохо, что в небе журавль, а не синица. Наша жизнь словно одна и та же страница. Взрослые сознательно предают друг друга, а детям рассказывают про пользу ближнего круга. В спорах между собой, не признавая вину, это взрослые, а не дети, могут развязать войну. Цени момент, никогда не бывает вечным, все, что нам кажется бесконечным. Ведь жизнь короткая. Будь счастливым. Будь верным другом. Будь терпеливым. Если любишь, то скажи об этом, поделись с близким счастливым билетом. Старайся играть честно в игры, которые играешь, и не думай, что если вырос, то все про жизнь знаешь. Пока играет музыка, танцуй. Свободной птицей по миру лети. И даже если не всегда везет. Живи. Пока играет музыка, танцуй. Свободной птицей по миру лети. Не всегда.
довезет.